зовут Рязанцев Дима. Я живу здесь, в Сосновке. У меня была в семье проблема. Из-за этого я попал сюда. Это фонд, благотворительный фонд «Явно», Сосновка, детский дом. Я сюда попал в 11 лет. Я тогда был очень маленьким. У меня в семье были очень большие трудности, потому что у меня мама осталась одна. В то время у меня папа уже умер. Тоже были проблемы, из-за этого он умер, его избили и так далее. Там дальше можно не объяснять. И когда я сюда попал в Сосновку, конечно, были у меня проблемы, потому что я тогда еще был неверующим. Я абсолютно, я, можно сказать, был атеистом. Я больше всего верил в черную сторону, ну, в светлую, что Бог есть и так далее. У меня не было к этому. Но в протяжении месяца-два я начал принимать Бога. Я начал к Нему молиться, обращаться, но были много срывов, я много падал. Я в себя абсолютно не верил в то время. И когда у меня пошла вера, получилось так, у нас здесь была конференция РДНЗ. Она у нас проходит каждый год. И получается, первый год, когда я был на РДНЗ, я играл, была здесь одна ракета, она там до сих пор стоит, я играл на этой ракете, взял простые палочки и сидел, бил по ракете. И папа у нас здесь, Вадим Вадимович, папа, который меня сюда принял, он сказал, что я буду барабанщиком. Он поднимает глаза и говорит: «Дима, ты будешь барабанщиком». Я такой, типа, что? Как это так может быть, чтобы я был? Я в себя не поверил. Я как-то, ну, типа... Я такой, типа, ну, ладно, буду, так буду. И как-то не особо так это принял. И так дальше начал, как дед, я еще маленький был, как-то дальше начал не обращать внимания на это. Но в конце я начал учиться на барабанах. Я такой, типа, вау. И тут через какое-то время, может, через год, я начал играть на барабанах. Ну, играть я таки начал простые мелодии. В каждом разом я лучше, лучше. И сейчас, в данный момент, я играю на хорошем барабане. И в группе, у меня есть своя группа, группа левитов. Когда мы в каждое воскресенье играем на инструментах, я на барабанах, кто поет. И... В данный момент я закончил 9 классов, а хотя, знаете, я раньше не учился. Я когда приехал, я поступил в 3 класс. Я ни читать, ни писать, ни рисовать, я абсолютно ничего не умел. Абсолютно, я разговаривать плохо умел. И в данный момент я закончил школу, 9 классов. Не скажу, что она отлично, но как получилось. И я сейчас обучаюсь в Бишкеке, в хорошем, в профессиональном лицее, в номер 4. Я, получается, иду на мастер строительных работ. И получается, я еще в классе, в группе в нашей, я активист. Это получается, где мероприятия, где любые конференции, где у нас устраиваются, учительница зовет меня, я имею право участвовать в этих конференциях. И для меня это большой шок, потому что какой я был раньше, просто с землей сравнен, и какой я сейчас. Сейчас я просто победитель. Благодаря Богу, благодаря этому дому, благодаря Вадиму Димычу. Спасибо.